катакомбы, в которых спасались в часы катаклизма, не опишет историк эпохи социализма, но в каком-нибудь веке, не ранее 40-го, эти страшные вехи получат последнее слово. Борис Слуцкий. Ну вот, Яков, мы с тобой снова там, где лазили в детстве. Стоим у выхода одной из самых ужасных одесских катакомб. В позапрошлом веке из нее добывали знаменитый камень – ракушечник. По-одесски – ракушечник. Научное название этого камня – понтический известняк. Верхний слой уже весь из кристаллов – это дикий камень, дикарь. Опилили в дело нижний слой, он назывался становой камень. Из него еще до 1863 года сложили весь центр Одессы. Потом каменоломни закрыли, и они стали катакомбами. Когда городу было совсем плохо, жители прятались здесь, как первые христиане в Риме. Когда городу было чуть лучше, о катакомбах тоже не забывали. Мало ли, как одессит я уверен, что и одесская элита, захватившая до войны советские столицы, ни на минуту не забывала про катакомбы родного города. Я же говорю, мало ли. Поколение пришедших с юга в столицы новых хозяев жизни большевиками пустыни и весны. А пустыня, вот она была. Одесса тихо умирала над своими мостовыми. Кроме общероссийского голода 1921 года был еще город, полувымерший от террора. На рейде не было ни одного парохода. Яша, ни одного, по крайней мере, своего. Потом такая композиция повторится ровно через 70 лет. Половина города была зарегистрирована на бирже труда в качестве безработных. Половина – это те, кто до биржи дополз, опухая с голодухи. Наконец объявили НЭП. К началу 1922 года половину предприятий отдали в аренду, другую половину оставили государству. Спасибо, хоть попустили приграничную торговлю с Румынией на Днестре и на море. Хотя насчет Бессарабии с Румынией так и не могли договориться. И оставалась Бессарабия территорией враждебной Европы аж до 1940 года. Вот тогда победоносная Красная Армия за считанные дни дошла от Днестра до Дуная. И между Одессой и Румынией появилась целая Измаильская область. Впрочем, ненадолго. Тихо забарахтались в советской Одессе искусство. Барахтались и собирали чемоданы. В Одессе уже в это время жить было совершенно невозможно. Имея в виду, что есть было нечего, было темно. Даже у них в квартире, по-моему, чуть ли не до 28-го года, не вставляли стекла, выбитые во время очередных наступлений белых или зеленых, или кого угодно. Работы не было никакой. И жить было, в общем, совершенно не на что. Тем более, что уехали практически все друзья. Новый интеллигент был одесситом. Хватким, рациональным, речистым, вполне нахальным и определенно, хотя еще стихийно талантливым. Будем, Яша, до конца откровенны. Одесские писатели разбегались и от политики украинизации. Столица Украины, Харьков, железной рукой насаждал державную мову в русско-еврейской Одессе. При этом в 1920 году украинцами записались тут 3%. В 1926 году аж 7. Отдаленное начальство, кто ли не хотело в который раз понять, что Одесса – это что-то особенное, кто ли слишком хорошо это понимало, но собиралось согнуть город в бараний рог.
гнула до 1929 года, когда поняла, что с украинизацией тут весь пар ушел в гудок. В Москве высадился Валентин Катаев, полубесприютный будущий классик. Михаил Булгаков называл Катаева «Валюн», а тот его «Мишунчик». Валюн и Мишунчик не брезговали играть по маленькой в Непмановском казино для прокорма семей. Валентин Катаев буквально спас молодого работника одесского угрозыска, своего брата Евгения, от счетов с одесским криминалом. Правда, самого опасного своего криминала Евгений Катаев почти сразу вытащил к себе в Москву. Но не сразу, а когда тот в 1925 году вышел по амнистии из той самой тюрьмы, где сами Катаевы чуть не стали к стенке в 1920-м. Вот он выглядывает, этот криминал, снизу, с балкона, в старом Саймоновском проезде в Москве. Да тут вся Одесса и поллитературной Москвы отмечались в гостях у Ильи Ильфа и его жены Марии. Это он все сам и снимал. И жену красавицу, и соавтора Евгения Катаева, который уже стал подписываться, Евгений Петров. И вот этого вчерашнего бандита и налетчика. Вот он, Александр Казачинский. Он попал в банду. То есть книга «Зеленый фургон» – это о нем. Он о себе написал. И был приговорен к смертной казни. По малолетству был советской властью прощен. Ну, кто помнит красавчика из повести «Зеленый фургон»? А это и был сам Казачинский. А Володя Патрикеев, тот, кто словил красавчика, это и есть Евгений Катаев. Петров. Когда одесская плеяда, вся юго-западная школа уехала в Москву, они его забрали туда тоже. Понимая, что у него биография подмочена, ему тут делать было нечего. И он в 37 году написал «Зеленый фургон». Конечно, вещь уникальная. Есть, значит, переписка его с Ильфом. И он пишет: «Дорогой и прочее, Саша, у меня с грамматикой плохо. Я не мастер по расстановке запятых, хотя у меня занимается Женя. Но писать письма вдвоем было бы как-то глупо». И дальше он ему подсказывает практически «Зеленый фургон». Вот получилось-то как. Когда я крал этих жеребчик и этот фургон, думал сам себе счастье краду, а получилось, что сам на нем в тюрьму ем. А может быть, все-таки права, Маруся? И теперь вот он стоит на своем балконе, лучший репортер московского издания Казачинский, и подглядывает, как Ильф и Петров дописывают «Золотого теленка». Потом они сели на пароход и поплыли себе по Беломорканалу. Решили написать коллективную книжку про перековку зэков. А одну из кают через стенку с Ильфом, Петровым и Катаевым занимал еще один прототип. Прототипа звали Нафталий Френкель. И был он прототипом Александра Ивановича Корейко, простого советского миллионера из романа «Золотой теленок». Френкель провел гражданскую войну между Константинополем и Одессой. При НЭПе стал первым официальным олигархом, оседлал порт и контрабанду под крышей ЧК ГПУ. Но вот когда у чекистов стали исчезать вагоны с медикаментами и прочим, Френкеля чуть было не отправили в расход. Только деловое самообладание спасло ему жизнь и отправило на Соловки. А на Соловках тогда еще дозволялась зэковская деловая и прочая самодеятельность. И наш Нафталий придумал систему поощрений и взысканий за труд. Да такую, что его вызвали с Соловков, да прямо в Кремль. Так что наш первый советский одесский олигарх как раз и устроил Максиму Горькому и примкнувшим к нему одесситам и прочим творческую прогулку по Беломорканалу. В отдельных случаях Яша, одесского деятеля, могли заметить прямо на месте, сколько за 45 лет вылили грязи на академика-самородка Трофима Лысенко. Человек уже, считай, навеки похоронил генетику, продажную девку империализма,
причем был на вершине и при Сталине, и при Хрущеве. «Не можешь – заставим», – говорил природе академик Лысенко. Трофим был гением советской выживаемости, как и его сельхозкультуры. Он инженерил не так в лабораториях, как в коридорах власти. А одесситым писателям рано или поздно пришлось бы всем окончательно стать инженерами человеческих душ, авторами новой породы живых существ. Почти всем одесситам той компании повезло вовремя сбежать из родного города, вовремя написать свои главные произведения и вовремя геройски погибнуть или умереть. Открыл этот скорбный счет Эдуард Багрицкий в 1934 году. Здесь, в своей квартире на Дальницкой, на Молдаванке, он тихо доходил от астмы на топчанчике под крышей. Сидел в своей любимой позе по-турецки и писал великое. В 1926 году Катаев вывозит в Москву Багрицкого. Еще один сильный ход валюна для советской литературы. Вызывая из Одессы жену, Багрицкий поверг в шок московских телеграфистов своей телеграммой. «Загоняй бебехи, точка, хапай севу, запятая, катись немедленно, точка, Эдя». Багрицкий был страстным любителем птиц и аквариумных рыбок. Однажды он поразил членов редакционного совета отказом приехать на важное заседание в связи с тем, что он очень занят, так как у него, слышите, рожает рыба. Его таки доконала астма в 1934 году. Кто-то получит ордена и звезды, и счастливо погибнет на фронте, как Петров, и умрет от тоски по другу, как Казачинский, и останется, в конце концов, один Катаев. А Одесса продолжала крутиться по своим все более мелким орбитам и выталкивать от себя подальше все новые звезды и галактики. Вот что-то почувствовал из своего скорого будущего Бабель, и автор одесских рассказов на пару недель вернулся в Одессу. Вернулся в 1935 году, чтобы сделать и озвучить своим голосом фильм «Одесса». 130 лет тому назад и сегодня на площади десятилетия Красной Армии. Улица Лассаля, в прошлом Дерибасовская. Но Яша, у Одессы никто не мог отнять ее порт. А через порт Одесса всегда узнавала правду первой в Союзе и имела по поводу этой правды свое одесское мнение. Вот, например, про гражданскую войну в Испании. Вся страна, как один человек, демонстрировала поддержку республики. Готова была принять и принимала сотнями детей испанских республиканцев, воевавших с путчистами Франко. И только одесситы знали, что через этот самый ихний порт Испанская республика тогда внесла в Советский Союз 3/4 своего золотого запаса. Слушай, 514 тонн чистого золота. Его привезли 4 пароходами из Картахены, между рейсами по спасению детей республиканцев. Вот такая у нас была безвозмездная помощь бедным республиканцам. Одесса по жизни слишком много знала. А от многой мудрости, как известно, много скорби. И это многознание из одесситов выбивали как могли. Мало кто был настолько мелок, чтобы проскочить через ситечко больших чисток. Остался в ситечке и одесский гений Исаак Бабель. Он слишком опасно приблизился к источнику власти. Бабель знал, что такое упоение мрачной бездны на краю. Он был, как мы сейчас сказали бы, адреналинщиком. Он тосковал без риска. Дорисковал. Через 9 месяцев после пакта Молотова-Риббентропа
В июне 1940 года под Одессой впервые появился товарищ Жуков. Сталин поручил ему присоединение Бессарабии и выход со старой 22-летней границы на Днестре на Дунай. Вот этого Сталина не могли простить ни генерал Антонеску, ни стоявший за ним Гитлер. Румынская нефть фюрер считал ключом к Восточной Европе. Выход Советов к коренным румынским землям, говорят некоторые, и подвинул Гитлера в ноябре 1940 года к принятию плана «Барбаросса». Гитлеру нужен был единственный ответственный за нефтяные поля Плоешти, а без тех нефтяных полей не было бы не только выхода на восток, но и перспектив у самого тысячелетнего рейха. В Одессе снимался роскошный блокбастер «Морской ястреб». Чистый Голливуд, даже по нынешним меркам. Вот, кстати, 22 июня 41 года. Военный консультант фильма «Морской ястреб», контр-адмирал Жуков, режиссер Браун. Правда, не было понятно, кто по принадлежности плохие парни с пиратской подлодки в одесских водах. Лучший негодяй советского кино, артист Файт, был совершенный германец. Но ведь с Германией у нас были не дружба. В наших водах появилась крыса. Так точно. Эта подводная лодка, как будто неизвестной национальности, действует в наших водах с ясной и определенной целью. Кино доснимали без контр-адмирала Гаврила Жукова. Уже в эвакуации. Когда уже стало ясно, кто враг, а кто друг, контр-адмиралу Жукову было суждено возглавить оборону Одессы 1941 года. Несмотря, как везде пишут, приказ Одессу не сдавать и оборонять, отец никаких указаний не получал. Что же произошло на самом деле? По приказу командующего Приморской армии генерал-лейтенанта Сафронова началась эвакуация из Одессы воинских частей и техники. Сафронов, как естественно командующий армией, для него Одесса не являлась плацдармом. А для флота это был плацдарм, это была вторая после Севастополя база флота. Командир Одесской военно-морской базы, контр-адмирал Жуков, взвесив обстановку и придя к выводу о возможности обороны города, 16 августа лично задержал отправку пароходов в Днепр, Азов, Пестель и дал командующему Черноморским флотом адмиралу Октябрьскому копию ставку, телеграмму. А вот теперь представьте, 41-й год, будем говорить, повальное отступление. Все, и тут приходит телеграмма командующего военно-морской базы. Притом не просто, что Одессу можно оборонять, а с обоснованием. Естественно, поэтому его и назначили. Раз ты дал телеграмму, ты и будешь нести ответственность. Отец не боялся ответственности никогда. Войну Одесса встретила спокойно, сдержанно. Мобилизация в Одесском округе в первый день войны коснулась только призывников 1905-18 годов. Через три дня город и пригороды были объявлены на военном положении. Вот сюда, во флигель на тогдашнем Малом переулке, воткнулась первая немецкая бомба. И это было, Яша, ровно через месяц после начала войны. Захватчик был занят главным направлением. Он уже заранее сдал Одесскую и Измаильскую область румынам и не шибко волновался. Это у них уже все заранее называлось Транснистрия. Вечером того же 22 июля объявили правильную воздушную тревогу, и на центр посыпались сначала зажигалки, а потом и фугаски. Бомба, попавшая тогда в дом моряков на Приморском, вывела его из строя до 1952 года. На греческой, против русской драмы, дом провалился внутрь себя на жильцов, спрятавшихся в подвале. Пушкинский дом, телефонная станция на Греческой площади, начало Ришельевской. Все это сгорело в тот день навсегда. С тех пор Одессу утюжили с германской регулярностью. Пора было, защищая город, думать и об его эвакуации. Главным средством эвакуации была звезда одесской техники, троллейбус, к которому цепляли трактор. Только собирались пустить новый маршрут, а тут война. И маршрут получился один, между вокзалом и портом. Зато
Как только враг подошел к городу вплотную, одесситы создали еще одно гениальное ноу-хау. Одесский танк. Его сразу же прозвали танк НИ. На испуг. Грохотали и лязгали эти танки, поверьте, гораздо сильнее настоящих. Одесситы бодрились внутри такого танка тем, что снаряд его пробьет, и у него взрыватель даже не сработает. Они старались забыть о возможностях прямых попаданий в экипаж. Вся одесская оборонная промышленность до войны. Производство взрывателей к 3-дюймовым снарядам. Война и блокада суши включила все природные резервы одесской смекалки. Одесская граната была похожа на мороженое без палочки. Корпус начиняли селитрой с древесными опилками, обматывали 3-миллиметровой проволокой, а то и мотоциклетными рессорами. Одесская противопехотная мина на основе тары с консервной фабрики. В Одессе за 3 месяца даже склепали 1000 единиц траншейных дальнеструйных огнеметов. Огнеметы это уже знали в армии, мы если не знали. Но это огнеметы были особые. Мы, мальчики, еле-еле удерживали этот, потому что сила, какая была там, 100, там где-то 15-16 атмосфер, она летела на протяжении 35 метров до 40. У защитников города совсем не было авиации, почти не было танков, но зато на защиту Одессы переключилась вся береговая артиллерия и все тяжелые орудия кораблей, стоявших в Одесском порту. Но самое главное, из блокированного города в окопы пришло более 100 000 одесситов. И приморцы, и моряки, и одесситы в окопах не отходили ни на шаг больше 2 месяцев. Тех самых 73 дня одесской обороны. Мы же мальчишки были. Нас не призвали, а собрали нас на 7-й станции Большого Фонтана. Продержали 3 или 4 дня. И между нами и румынами была кукуруза. Кукуруза в тот год была огромная. Румыны подползали там по кукурузе и забрасывали нас гранатами ночью. Что сделать? Командование решило сжечь кукурузу. Вот нас и заставили. У нас было 2 огнемета. Мы поставили где-то 50 метров друг от друга. И в одно время вечером зажгли эту всю кукурузу, и там были, слышно было крики там, потому что румыны уже, когда начали бросать, мы уже знали, что они там есть. Вот в тот момент и зажгли эту кукурузу, и все сожгли. Конечно, тут же они открыли артиллерийский, минометный огонь, забросали нас. Но кукуруза была сожжена, и уже нас они не могли. Это было перед самым высадкой десанта в Григорьевке. В августе Гитлер в ставке группы армии «Юг» в Бердичеве вручил правителю Румынии Антонеску рыцарский крест и назвал его освободителем Бессарабии. Генерал и рад был бы отработать авансы. Только вот его люди не привыкли воевать и очень любили заниматься самострелами. За оставление позиций их судили по румынской 58 статье. У румын статья об измене имела тот же номер, что и в Советском уголовном кодексе. А румынские заградотряды действовали еще почище наших. Просто офицер ложился за пулемет и косил своих беглецов. Им обещали земли под Одессой, но пуля дура. И случались уникальные моменты вроде совершенного эпизода из фильма «Чапаев». Румыны идут в психическую атаку с оркестром, а против них стоит 25-я Чапаевская дивизия генерала Петрова. Уже на 23 августа румыны назначили парад на Одесской соборке. Я стоял невальным. И последний момент, как одессит, знающий эту местность хорошо, пришли. Командир говорит, вот, иди сюда, ты будешь в десанте, высаживать десант будешь. Значит, нас там отобрали, ну и вышли мы в море. В ночь на 22 сентября к
Григорьевскому мысу, к востоку от Одессы, вышел отряд военных кораблей из Севастополя. Крейсеры «Красный Кавказ» и «Красный Крым». Эсминцы «Бойкий», «Безупречный» и «Беспощадный». Канонерская лодка «Красная Грузия» с десантниками на борту в 1:20 прибыли в район высадки. Пришли в район высадки десанта. На баркас. На баркас. Подошли мы там, высадились, спустились, сели в баркас, подошли к трапу. Когда подошли к трапу, моряки бегают быстро по лестнице. Раз, и вот, каждый чего-то стремился сбежать первым туда. Вот. Сбежали, вот, и даже накренились так. Оказалось, очень много, я это никак не забуду. Очень много, даже бортом так в воду. Мы говорим, хватит. Высадочных средств здесь не оказалось. Инструкции командования Черноморского флота погибли вместе с заместителем начальника штаба Одесского оборонительного района около Тендровской косы, а накануне вечером. Поэтому комфлота адмирал Октябрьский скомандовал командующему десантом контр-адмиралу Горшкову высаживаться на 1.5 часа раньше намеченного. Ну, когда мы отошли, корабли открыли огонь. Был лай собак, коровы ревали. И видно было, как эти немцы бежали туда, на обрыв туда. И когда они заняли оборону, они и начали стрелять. Ну, начали стрелять. По правде говоря, все-таки страх есть какой-то. Ребята залегли, так легли, что все сплошное место. Ну, на суше хорошо, не видно этих пуль, а нам у нас страх нагоняет. Когда стреляют, вода фосфорится так, и рыба, когда плывет, тоже фосфорится. И ты видишь, сколько смертей пролетело уже, сколько не долетело тебе, сколько мимо. Это, знаете, так немножко страшновато. Крейсера и эсминцы принялись перемалывать артиллерией опорные точки противника на пространстве от Чебанки до Старой и Новой Дофиновки. Через 10 минут на берег с моря посыпался десант. За 3 часа выхватили у немцев с румынами плацдарм. Сразу 120 квадратных километров. Враг не мог теперь напрямую обстреливать город и порт. Никакой кровью. В городе транспорт имел право движения с 10 до 22. Торговля разрешена с 8 утра и до 8 вечера. Никаких неучтенных движений на повозках. Переписывали даже велосипеды. Запретили личное холодное оружие. Белье сушили в квартирах. Потому что белье на окне или балконе сигнал врагу, так же, как огонек папиросы, так же, как указатели трамвайных маршрутов на остановках. Трамваи ходили в никуда. Никакой информации ни о фронте, ни об эвакуации. И поверх этого смрад с полей и балок от неубранных трупов. Уже когда группа армий «Юг» нависла над Донбассом и Крымом, в Ставке решили эвакуировать Одесский оборонительный район. С 1 по 16 октября флот и приморцы, скрипя сердце, перебазировались в Севастополь. В порту перед посадкой обнаружилось тщательно скрываемое социальное расслоение трудового народа. Семьи актива и спецов размещались, как правило, по каютам. Рангом пониже говорили «спасибо за место на палубе». На транспорты с экипажем в 30-45 человек попадали до 3000 народу. Ушедшие в Крым только догадывались, как распорядиться Одессой Ставка. А Ставка Одессу приговорила. 300 тысяч одесситов, остававшихся на оккупированной, уже вроде были списаны со счетов. В ночь на 15 октября подорвали дамбу Хаджибейского лимана. Ну, по чуть-чуть заложили в 3 местах. Вода сама, мол, размоет. Размыло. За 20 минут вода уже ударила по пересыпи. К счастью, перехлестнула в море, но
Пересыпские встречали оккупантов по колено в воде. Подорвана горэлектростанция. Окончательно оборван водопровод. Почему-то сожжены все школы. Наверное, хорошо подходили под казармы. В общем, не доставайся ж ты никому. Уходили наши так, словно в Одессе уже не оставалось ни собаки, ни кошки. Партия и правительство предписывали жителям самого жизнелюбимого в мире города самоуничтожиться. На артскладе третьей станции Алюсдорфской дороги, рядом с той памятной Катаевской тюрьмой 1920 года, расстреливают за раз несколько тысяч румынских солдат. Словом, делают все, чтобы противник выместил ярость на местном населении. К этой оккупации никто не готовился. И активной пропаганды о том, что вот, может быть, оккупации не было. Даже наоборот, город был заклеен надписями. История любит ходить по кругу, и печальные эти ее круги. Мы снова оказались во дворах Морозлиевской, где когда-то рычали моторы в гараже одесского ЧК. А чего-то в 20 веке новая власть всегда старалась притулиться в помещениях старых. Но стоило новой румынской полиции собраться на свое совещание в октябре 41 года здесь, в помещении НКВД на Морозлиевской, это здание тут же незамедлительно взлетело на воздух. Незамедлительно последовал указ генерала Антонеско расстрелять за каждого убитого офицера 200, за каждого солдата 100 евреев. На протяжении считанных дней на пороховых складах Алюсдорфской дороги заживо сожгли 25 тысяч человек. И там были не только евреи. Туда согнали еще семьи бывших коммунистов, которые остались в Одессе, не успели эвакуироваться. Подозрительных лиц, которых они считали в приверженности к советской власти. А в первые две недели оккупации они уничтожили в Одессе 50 тысяч. Если сейчас сравнить вот эти цифры, которые я назвал, они не подлежат никаким сомнениям. Вот с такими, ну, пунктами фашистского зверства, как Хатынь, Лидице, Радур. Несколько человек удалось вырваться. Один из них мне рассказывал о том, как они туда попали, как их согнали плотно друг к другу, как сперва те не понимали о том, что их будут сжигать. Там было большинство людей, стариков и детей. Массовая ликвидация еврейского населения планировались еще в Берлине. Цифры называют просто из апокалипсиса. На город и область от 300 до 600 тысяч убитых. Из них половину приписывают исполнителям от генерала Антонеску. До освобождения дожили от силы 0,5%. Вот здесь Яша. Оно все и было. Я не понимаю, как люди могут здесь жить? Ведь им про все это хотя бы рассказывали.
Странное это было время, Яша. Транснистрия в Одессе. Четверть населения города просто перебили. Вешали на улицах, на деревьях, на фонарях. Но с другой стороны, браки и рождения регистрировались. Все школы работают, все церкви работают, все театры работают. И у них даже аншлаги. Ничего. Я студентка, была на практике, и война застала меня в Крыму. Вот это была наша легенда, которая, по которой мы могли двигаться. А это моя сестра. Когда я стала продвигаться по этим нашим улицам и увидела вот эти бодеги, в которых играет музыка, когда я увидела своих одноклассников, своих сверстников, гуляющих с румынами, с немцами, то состояние было ужасное. Только месяц, полтора, два месяца тому назад мы видели совершенно другое, как фашисты расстреливали наших солдат, как фашисты вели отвратительное отношение к детям, к женщинам на наших глазах. И вдруг здесь... От такой жизни, Яша, можно было укрыться только в катакомбах. Пошли от греха подальше. Катакомбами под некоторыми районами источено по 40% подземелья. Например, под водяной балкой ее склоны заходят и на Молдаванку, и на Слободку. Слободка ходила погромами на Молдаванку. А Молдаванка знала, как подобраться на Слободку, не выходя на поверхность. Это был такой же город, как над землей. 1400 километров ходов в центре Одессы, а в ее окрестностях, как здесь, в Нерубайском, 4000 километров. О нерубайских катакомбах написаны повести и у Катаева, и у его друга Гридина. Но лучше нам, особенно помнящим рассказы отцов, не знать всей правды о трех отрядах одесских катакомбников. Для сердца и ума спокойнее узнать, как нашу Одессу освободили. Обороняли город 73 дня, а взяли Одессу за день. И какие хлопцы взяли! Конно-механизированная группа лучшего рубаки страны Иссы Александровича Плиева с 200 танками в придачу. 8-я гвардейская армия сталинградского гения Василия Ивановича Чуйкова. 5-я ударная армия генерала-лейтенанта Михаила Николаевича Шарохина. 10 апреля 1944 года на балконе Одесской оперы развивается Знамя Победы. Одесской Победы. Наша опера «Яша», конечно, не ихний Рейхстаг, но она же наша. Я шел по деревне, немцы обстреливали нас. И вдруг у меня товарищ был Вася Бушкин, он погиб. Он говорит: «Миша, Миша, иди сюда». Я бросился бежать, и, не доезжая до копа, упал. Снаряд упал около головы. И мне казалось, что он вращается, вы понимаете, перед глазами. Он прыгнул в окоп, прыгнул только в окоп, взорвался снаряд. Двух солдат, одного ранил, одного убило, которые далеко находились. Я говорю: «Вася, в чем дело?» Он говорит: «Ты знаешь, что Одессу освободили?» Представляете, какая радость. Дальнейшее было, как говорится, делом времени. И делом большой крови, Яша. 24 марта 1944 года советские войска вступили на территорию Румынии. В августе, в ходе Ясо-Кишиневской операции, немцы были отброшены, а румынские войска вообще как бы испарились. В Румынии началось восстание. Надоело им воевать на наших глядя. 23 августа 1944 года генерала Антонеску вызвал во дворец король Михай. И очень сильно попросил немедленно заключить перемирие с Красной Армией. Антонеску отказался. Он предложил королю закрепиться на линии Факшаны-Галац и заявил: о перемирии необходимо предупредить своего союзника в Германии за 15 дней. Офицерскую честь показывал.
Антонеску был немедленно арестован. И 24 августа Румыния объявила о своем выходе из войны. После ареста Антонеску был выдан советскому командованию и отправлен в СССР. Оставшиеся в живых одесситы внимательно следили за судьбой своего мучителя. После войны Иоанна Виктора передали румынскому коммунистическому правительству. 17 мая 1946 года генерал был приговорен румынским судом в Бухаресте к смертной казни. 1 июня 1946 года Антонеску был расстрелян. Перед казнью старый кадровый генерал потребовал, чтобы приговор привели в исполнение солдаты, а не жандармы, как это было заведено. Когда ему отказали, его последним словом был крик. Канальи! Канальи! 5 декабря 2006 года апелляционный суд Румынии признал генерала Иоана Виктора Антонеску невиновным в преступлениях против человечности, за которые он был осужден в 1946 году. Суд признал обоснованным сотрудничество Румынии с гитлеровской Германией, а начало войны против народов Советской России легитимным. Вот такой Яша суд. Антонеску теперь в Румынии снова национальный герой. В честь него называются улицы, ставятся памятники. Для румын он свой собственный румынский товарищ Сталин. Только из крупных землевладельцев. Ну, в общем, мы же были победители. А румыны с осени 1944 года были наши союзники. После войны несколько лет по одесским ярым окопам и над катакомбами росли невиданные прежде маки. Махровые и какие-то жирные. Их не собирали. Это вроде были и не цветы. С точки зрения горя, и море не море. Солнце жжет, а не греет. Не светит, а жжет. Горе думает, с очевидностью споря, что и правда лжет. Не хочу становиться на точку, куда меня горе толкает, и размазывать по земле тоску свою и беду. Если горе вцепилось и не отпускает, я прорвусь и уйду. Закурим матросские трубки и вынимем темных колюк. Пусть волны нагонят дороги, но снов нас они не собьют. На этой дубовой скорлупке железные люди плывут. Уходит от берега ястреб морской, и девушка машет рукой.